Здравствуйте! Вы слушаете Радио Бласт. Сегодня мы с вами поговорим о периоде большой скорби. То есть попытаемся понять, что и главное, как мы сможем выжить в тот период. Ибо мы знаем, что те, которые не будут иметь начертание Антихриста, то есть метку Антихриста, не смогут ничего купить и ничего продать. То есть не смогут купить средства для выживания в повседневной жизни. То есть не смогут купить воду, не смогут купить продукты питания, не смогут купить одежду и многое другое. Итак, начнем. А начнем мы с того, что напомним вам, что говорили мы в предыдущих передачах. То есть говорили мы, что есть две группы христиан. Одна группа — это те христиане, которые принадлежат Филадельфийской церкви. То есть те христиане, которые живут во Христе и дают Христу все свое сердце, всю свою любовь, и живут Евангелием, проповедуют Евангелие. Окружающий мир их мало интересует. Это христиане из Филадельфийской церкви. Но есть и христиане другие, есть христиане из Лаодикейской церкви. Те христиане, которые уснули на церковных стульях. Те христиане, которые забыли, что это проповедовать Слово Божие. Те христиане, которые служат Богу только по воскресеньям. То есть только тогда, когда они идут в церковь, они вспоминают о Господе. Христиане, которые дают Господу половину своего сердца, а другая половина, или даже больше, отдают миру. Вот эти христиане принадлежат Лаодикейской церкви. И эти самые христиане Лаодикейской церкви во времена большой скорби будут истреблены Антихристом. Мы это можем прочесть книгу Откровения, 13 глава, 7 стих. Прочтем его, чтобы понять. «И дозволено ему было воевать с людьми Божьими и побеждать их, и дана ему была власть над всеми племенами, народами и языками и наречиями». Ему, то есть Антихристу, была дана эта сила, скажем. Тут сказано, что он будет воевать с людьми Божьими и победит их, то есть истребит их. Ну хорошо, если мы знаем, что христиане Лаодикейской церкви будут побеждены Антихристом, то христиане Филадельфийской церкви, что будет с ними? Вот в этом мы попробуем разобраться. Итак, как нам подготовиться к этим ужасным грядущим событиям? Во-первых, хватит взглянуть вокруг нас, что вокруг нас творится в мире, и можно понять, что большая скорбь очень-очень близка. Хватит посмотреть на то, как ИГИЛ, исламское государство, истребляет христиан в Ираке, и в Сирии, и в других местах. Да, что там ИГИЛ? Хватит посмотреть, что творится в нашей демократичной Европе. То, что даже тут уже идут войны на выживание. Что в каждый день пытаются ввести законы, которые рано или поздно нас лишат права выбора и права голоса и многих других прав. Таким образом мы станем как
как роботы, мы потеряем свою личность. Потому как, если не подготовиться сейчас к тем, к событиям, которые грядут, то рано или поздно вы покоритесь системе. То есть система найдет какой-то способ покорить вас, придумает какие-то законы, писанные или не писанные, для того, чтобы отдалить вас от вашей веры, для того, чтобы отдалить вас от Господа. Ну, ясное дело, если вы истинный, если вы истинный человек Божий, если вы не являетесь таким, так вы, может быть, даже примете и метку Антихриста. Но для тех, кто истинно знает Господа, знает Слово Его, ни в коем случае не поддадутся на эти уловки, даже ценой своей жизни. Но чтобы не дойти до этих событий и не зная, что нам делать, надо подготовиться сейчас, пока еще есть немного времени. Итак, что нам делать? Начнем мы с интересного описания, которое может нам в этом помочь понять, как нам приготовиться к тем временам. Это описание находится в книге Откровения, 12 глава, 14 стих. Итак, прочтем. Но женщине дали два больших орлиных крыла, чтобы она улетела в пустыню, туда, где было ей приготовлено место. Там должны были заботиться о ней 3,5 года, владели вдали от змея. Женщина эта является невестой Господа, то есть христиане Филадельфийской церкви. Этот период 3,5 года является периодом большой скорби, когда Антихрист получит свою власть, когда он покажет истинное свое лицо. Потому как знаем мы, что Антихрист заключит договор на 7 лет. Но первая половина этого договора, то есть 3,5 года, Антихрист будет более-менее сдержанным. Он, то есть люди не узнают его истинную сущность. Свою истинную сущность он покажет в последние 3,5 года своего правления, то есть в период большой скорби. И именно в этот период женщине будут даны два крыла орла, и она улетит в пустыню, где ей будет приготовлено место. То есть те христиане, которые принадлежат Филадельфийской церкви, в течение большой скорби будут под опекой Господа. Итак, сказано, что женщина уйдет в пустыню. Важно понять, что пустыня – это не обязательно в прямом смысле. Пустыня – это в переносном смысле. Пустыня – это то место, где не будет зависимость от мира, зависимость от церкви. И, то есть это будет нейтральная зона, потому и сказано пустыня, там, где ничего нет. Другое описание, которое тоже очень подходит под наш сегодняшний аргумент, это описание из третьей книги Царств, 17 глава, 1 стих. Илья из города Тишбе в Галааде сказал Ахаву: «Так же верно, как жив Господь, Бог Израиля, которому я служу, несколько лет не будет здесь ни росы, ни дождя. Дождь пойдет только, если я прикажу». Как ни покажется странно, но период из этого стиха, в котором не было ни дождя, ни росы, этот период был 3,5 года.
То есть является периодом, параллелью периода большой скорби. Но попробуем разобраться, почему Господь не давал в период 3,5 лет не давал ни дождя, ни росы. Потому не давал он, потому как Ахаб был злым царем, был царем Антихриста. И его жена Изабель, она была лжепророком. Они то и делали, что истребляли пророков Господа. И из-за этого Господь наслал на них эту скорбь. Итак, прочтем дальше, 2 стих. Затем Господь сказал Илии: «Уйди отсюда, пойди на восток и спрячься у потока Харафа на востоке от реки Иордан. Ты будешь пить из потока, а вородом я приказал кормить тебя там». И сделал он так, как сказал ему Господь. Он пошел к потоку Харафа на востоке от Иордана и остался там. Вороны приносили ему хлеб и мясо каждое утро и каждый вечер, а пил он из потока. Итак, тут нам дан очень яркий пример, как Господь заботится о своем пророке во времена той скорби, о которой оповестил Илия царя Ахаба. То же самое произойдет и в течение грядущей большой скорби, но эта большая скорбь будет намного, намного ужаснее, чем большая скорбь, о котором говорил пророк Илия царю Ахаву. Но есть одна хорошая новость, что тем же образом, как Господь позаботился о своем пророке Илии, тем же способом Господь позаботится о своей настоящей церкви, о Филадельфийской церкви. Тем же образом, как Господь приготовил место для Илии и позаботился о его питании, таким же образом Господь позаботится о своей церкви, позаботится о воде, позаботится о продуктах питания и о других вещах. Как мы это узнали из 12 главы книги Откровения, из 14 стиха, где сказано, что женщина, то есть церковь Христа, будет спрятана в пустыне в течение 3,5 лет большой скорби. И если сам Господь это нам говорит, мы обязаны этому верить. Мы обязаны верить в то, что Он нас сохранит в течение большой скорби и позаботится о нас, и даст нам все необходимое для нашего выживания в течение большой скорби. Я просто уверен в этом, потому как многие те, которые проповедуют Слово Божие, те, которые живут Евангелием. Но когда говорю «живут Евангелием», это говорю, что они, это их работа. То есть они посвящают все свое время и всю свою жизнь служению Господу. И те, кто делает эту работу, или можно сказать, эту миссию, то знают, что они живут тем, что проповедует Евангелие, живут и духовно, и физически. То есть физически они получают пожертвования от тех людей, у которых открылось сердце для Слова Божьего. Потому как сам Господь сказал, что те, которые проповедуют Евангелие, должны жить Евангелием. И те, которые ведут такой образ жизни, знает, что эти слова чистая правда, потому как Бог никогда не забыл о таких
о таких людей. Господь всегда заботится о том, чтобы они имели все необходимое для ихнего существования. Да, и потом, когда ты имеешь Господа, когда ты знаешь Слово Божие, большего тебе и не надо, потому как ты независим от мирных ценностей. И таким образом Господь позаботится о своей церкви. Ну, почему бы и не так, как позаботился об Еле, то есть послал ангелов, или пошлет ангелов, или воронов, или произойдет другое чудо. Ну, я не знаю, как это точно будет, но я точно знаю, что Господь позаботится о своей церкви в промежуток большой скорби. Прочтем дальше, 7 и 8 стих. «Через некоторое время поток этот высох, потому что не было дождей. Тогда Господь сказал Илии». Итак, мы тут видим, что поток, из которого Илия пил, засох, потому как не было дождей. Итак, поток засох. Что это может означать? Означать это может то, что в последнее время, то есть во время большой скорби, мы должны будем переезжать с места на место. И эти места будет нам показывать Господь через свой Святой Дух. Важно понять, что не обязательно, что важно понять, что не для всех христиан место будет одно и то же. Каждый должен молиться в сердце своем и узнать волю Господа на то, куда бы ему прятаться в период большой скорби. И если вы молитесь и просите чистым сердцем, Господь наш обязательно вам ответит. Итак, каждый должен понять для себя волю Господа на то, где спрятаться в период большой скорби. Хорошие места для этого могут быть леса, горы. И желательно, чтобы они находились в странах третьего мира, то есть в странах, где мало порядка, потому как там антихристу будет тяжелее вас найти, ибо в странах, где мало порядка, все работает плохо, начиная с простых рабочих и заканчивая с правительством. Антихристу будет очень легко вас найти, скажем так, в тех странах, где ведется очень порядочный образ жизни и где общество настроено как механические часы. Приведем пример. Этот пример — страны как Германия, страны как Швейцария, страны как северные страны Европы, и можно привести пример еще других стран. Но это не важно. Важно понять, что чем страна имеет высокий уровень жизни, высокий уровень порядка, тем легче будет для антихриста вас найти. Для того, чтобы переезжать проще с места на место, можно купить дом на колесах. Маленький дом на колесах, который можно прицепить к машине, и в любой момент можно изменить ваше местоположение. Это очень практичный способ.
для того, чтобы не создавать себе проблемы во время ваших передвижениях. С домом на колесах можно переехать в любое место без каких-либо проблем. Итак, прочтем далее. Господь сказал Илии: «Иди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я велел вдове кормить там тебя». Итак, можно сказать, что Илия по воле Господа сменил свое место жительства. Он ушел в Сарепту. Сарепта — это было место, где жили языческие народы. Или, можно сказать, христианская пустыня. Пустыня в смысле того, что там никто не знал, что Илия пророк Господа. То же самое можно сказать, что смысл пустыни может быть тем же самым в книге Откровения, 12 глава, 14 стих, где сказано, что женщина уйдет в пустыню в течение большой скорби, будет спрятана в пустыне. То точно так же, как в случае с Ильей, это место может быть местом, где никто даже не догадается, что вы являетесь христианином. Но это только домыслы. Место это может быть повсюду, как я сказал раньше. И для каждого это место может быть разное. А для того, чтобы узнать это место, надо попросить у Господа через искренние молитвы. И Он вам обязательно ответит и покажет вам ваше место на период большой скорби. И обязательно о вас позаботится, так как позаботился о своем пророке Илье. Прочтем дальше, 10 стих. «И он пошел в Сарепту. Когда он подошел к городским воротам, он увидел женщину, которая собирала дрова. Илья сказал ей: не принесешь ли ты мне немного воды в кувшине, чтобы я мог напиться?» Итак, мы тут видим, что Илья испытал женщину, испытал на то, или испытал для того, чтобы узнать, является ли она та женщина, та вдова, о котором говорил ему Господь, или ему надо искать другую. Это первое испытание. Другое испытание мы увидим, если прочтем с 11 стиха и впредь. Итак, 11 стих. «Когда она пошла за водой, он крикнул ей вслед: и принеси мне, пожалуйста, кусок хлеба». То есть Илья был голодным. Она, эта женщина, ответила: «Жив Господь, Бог твой». То есть тут ясно видно, что женщина эта не была верующей, потому как говорит Илья: «Жив Господь, Бог твой». Что, Бог Ильи? Не сказала, что Бог наш или Бог мой, а Бог твой. «У меня нет хлеба, а только горсть муки в катке и немного масла в кувшине. Я пришла сюда, чтобы собрать несколько поленьев, взять их домой и приготовить еду для себя и для моего сына. Мы съедим это и потом умрем от голода». То есть важно понять, что эта женщина была очень бедной, и есть ей не было еды у них, и она имела еще и сына, и еды было у них только на последний раз. То есть все, что у них было, это было немного муки и немного масла. Но Илья сказал ей, и сказал ей Илья: «Не бойся, пойди домой
и сделай, как ты сказала. Но сначала испеки для меня пресную лепешку из того, что у тебя есть, и принеси ее мне, а потом сделай что-нибудь для себя и для своего сына». И тут мы видим, что Илья снова испытывает женщину. Испытать в том, что будет ли готова она, и лучше сказать, поверит ли она ему, и в то, что он говорит. Готова ли она будет отдать последнее для того, чтобы обрести большее? Для того, чтобы понять, о чем идет речь, прочтем 14 стих. Господь Бог Израиля говорит: «Мука в катке и масло в кувшине не кончатся до того дня, когда Господь пошлет дождь на землю». Это является маленьким пророчеством, которое Илья дал этой женщине. Испытание состояло в том, поверит ли женщина ему или нет, доверится она этому пророчеству или нет. Этот пример очень похож на пример из Нового Завета, когда Иисус накормил 5000 людей двумя хлебами и 5 рыбами. Он сказал своим ученикам: «Идите и накормите людей». Но ученики сказали ему: «Но у нас нету столько еды». Но Иисус сказал им: «Вы идите, не беспокойтесь об этом». И в то время, как они встали и начали раздавать эту еду, то их сосуды наполнились хлебом и наполнились рыбой. И таким образом хватило всем, даже осталось. Случилось это почему? Потому как они доверились Иисусу. Точно так, если эта женщина доверится Илии, если она ему доверится, то она будет иметь еду для себя и для своего сына во все время засухи. И нам тоже надо извлечь из этого урок. А урок какой? Урок тот, что надо во всем довериться Господу. И даже невероятное становится вероятным в Господе нашем. Надо верить в Него всем сердцем, всей душой. И верить, что Он способен на любые чудеса в любое время. И для каждого верующего в Него. Итак, прочтем дальше и узнаем, что женщина доверилась Илье. 15 стих. «Она ушла и сделала, как сказал ей Илья, и была еда для него, для нее и для всей ее семьи на много дней. Мука в катке не кончалась, и масло в кувшине не убывало, как и сказал Господь через Илью». После этого, остановимся к 16 стиху пока. Итак, мы тут видим, что женщина доверилась Илье и доверилась пророчеству, которое Илья ей дал. Пророчество, которое исходило от Господа. Итак, мы тут видим, что женщина, которая доверилась пророчеству Господа, сказанного через Илью, имела в протяжении засухи еды для себя и для всей ее семьи. Так очень важно довериться Господу, потому как так, как Он позаботился об Илье и позаботился о женщине и о ее семье в то время, в то засушливое время, тоже так же Он позаботится и о своей церкви, о своей невесте в течение большой скорби, которая не за горами. До этого я сказал, что могут произойти чудеса, как, например, ангелы могут позаботиться о
о нашей еде, или, как сказано в этом случае с Ильей, вороны или другой. Но это, да, может произойти и так, но, как мы знаем, Иисус делал такие чудеса, но за все его пришествие на земле, то есть 3,5 года, таких чудес он сделал немного. Но, как мы знаем, он тоже, как большинство сегодняшних проповедователей Слова Божьего, то есть тех, которые живут Евангелием, также жил Иисус. И лучше сказать, что нынешние проповедователи Слова Божьего, но когда говорю проповедователь, я не имею в виду тех, которые проповедуют Слово Божье по воскресеньям в церквях. Я говорю про тех братьев, которые проповедуют Слово Божие в каждый день, в каждый Божий день. Это их жизнь, это их работа. То они живут так же, как жил и Иисус. Он жил из того, что ему предлагали, несмотря на то, что он мог делать любые чудеса. Были женщины, были братья, были сестры, которые всегда были готовы поделиться едой, поделиться водой, поделиться кровом, поделиться одеждой и так далее. Такой пример нам оставил Иисус Христос. И под таким примером живут и нынешние проповедователи Слова Божьего. Надо жить с Евангелием. Это я говорю к тому, чтобы важно понять, что не надо ждать чудес, потому как иногда мы сами способны творить чудеса. И чудеса зависят от нашей веры, потому как чудо является и то, что человек, которому 50-60 лет, который всю свою жизнь проповедовал Слово Божие по улицам в разных городах, никогда не работал на государство. И тем не менее, он никогда ни в чем не нуждался. Вот это и есть чудо, потому как Господь позаботился о нем в период всей своей жизни. Он всегда надеялся на Господа, и Господь всегда оправдывал его ожидания и отвечал на его молитвы. Важно понять, что через проповедование Слова Божьего мы всегда найдем средства для нашего существования, ибо так учил нас Господь наш Иисус Христос, что те, кто проповедует Евангелие, должен жить Евангелием в физическом и в духовном смысле. Итак, в большинстве случаев Господь не пренебрегает чудесам, а старается помочь нам естественными путями. То есть в данном случае, как мы говорили, братьям, которые проповедуют Слово Божие, помогают те, которым они это Слово проповедуют. То есть естественный случай. Братья помогают братьям. Но это совсем не значит, что Господь не сможет сотворить чудо, если для этого будет необходимость. В этом и заключается ключ. То есть Бог сотворит чудо, если в этом будет необходимость. То есть до тех пор, пока мы не нуждаемся в чуде, Бог этого не сделает. Как пример, это может быть то, что человек не нуждается в чудесном излечении, в чудесном исцелении, если у него нету болезни.
Человек не нуждается в очищении, если он не одержим. Другой пример можно привести, пример из того, как Авраам хотел принести в жертвоприношение своего сына Исаака. То есть он не имел... Исаак спросил его, а где же жертвоприношение? И Господь сотворил чудо. Он сделал так, чтобы в зарослях появился баран. И тот баран послужил как жертвоприношение. То есть понять надо то, что Господь сотворит чудо, если только в этом чуде будет большая необходимость. А пока есть возможность работать через естественные пути, Господь Бог будет делать это. Другой пример, можно сказать, можно привести то, что не Господь не послал ангелов для проповедования Слова Божьего, а Слово Божье проповедуют люди. Ну, это более-менее то же самое. Разница между чудом и между естественным образом. Итак, пока есть возможность действовать естественным образом, Господь будет это делать. Но если будет необходимость в чуде, так Господь обязательно ее сделает. Господь может все. Мы должны только Ему довериться и любить Его всем сердцем. Иисус никогда не делал чудеса, если в них не было нужды. И когда дьявол хотел его испытать и сказал ему броситься с крыши храма, то Иисус, несмотря на то, что он смог бы это сделать, сотворив чудо, он этого не сделал, ибо сказал он дьяволу: не испытывай Бога своего. Это очень важно понять. Не надо испытывать Господа. То есть пример этому может быть такой. Не надо вставлять всю свою веру в чудеса. То есть не надо ставить Господа перед выбором. Потому как многие говорят: я поверю, если только передо мной случится чудо. Вот это и значит ставить Господа перед испытанием, то есть испытать Господа. То, что нельзя ни в коем случае делать. Мы должны идти вперед через веру, а не через чудеса. Если наша вера будет настоящая, то чудеса придут обязательно. Все зависит от нашей веры. Не ставьте всю свою веру на чудеса, не испытывайте Господа нашего. Верьте в Него и любите Его. И все остальное вам будет дано, ибо Он так сказал: ищите сперва Царство Божие, а все остальное будет вам дано после или вместе с этим. Но первое место — это для Царства Божьего, а потом все другие. Очень важно понять это. Далее попробую объяснить, что означает жить Евангелием, потому как говорил, но может быть многие не понимают этого. Жить Евангелием значит существовать из средств, которые вы получаете от проповедования Слова Божьего. То есть, пример, если вы все свое время тратите на проповедование Слова Божие, то есть если вы выбрали такую жизнь, проповедовать Евангелие, то случается следующее. Если вам нужна еда, так вы стараетесь проповедовать в местах, где есть еда, то есть проповедовать Слово Божие в магазинах, проповедовать Слово Божие
на рынке и в других местах, где те, которые открыли свое сердце Слову Божьему, готовы помочь вам едой. И таким образом вы решаете свою проблему с пищей. Если вам нужна одежда, вы идете и проповедуете Слово Божие в магазинах, которые продают одежду, и на том же рынке, или в других местах, где можно найти вещи или обувь. И таким образом люди, которые открыли свое сердце и приняли Слово Божие, помогут вам обязательно вещами или обувью. Ну, тем, чем они смогут вам помочь, и тем, чего вам нужно. И это является естественным путем. Но если случится так, что вы попадете в тяжелую ситуацию, где естественные пути не могут вам помочь, то в тех ситуациях Господь сделает для вас чудо. И таких чудес я знаю много, потому как много чудес рассказывают братья. Например, как в отсутствии денег они, братья-миссионеры, могут путешествовать некоторые в сложных ситуациях, находят деньги ни с того, ни с чего, а некоторые получают какие-то большие подарки, большие суммы денег. Надо понять, что что путешествие, это не имею в виду идти путешествовать по странам для своего развлечения. Путешествовать — это для того, чтобы проповедовать Слово Божие повсюду. И деньги эти, которые чудесным образом находятся, то не используются для своих целей, а используются для проповедования Слова Божия. И таких случаев есть очень-очень много. Надо понять, что все эти чудеса они зависят непосредственно от нашей веры, потому как не можешь рассчитывать на то, что тебе упадет с неба кусок хлеба или пара сапогов или одежда, если ты не будешь достоин этого. То есть если ты будешь сидеть, ничего не делая, и ждать этого чуда. Но если ты встанешь и пойдешь и будешь проповедовать Слово Божие, то тебе все это будет дано обязательно, потому что всегда найдется человек с чистым сердцем, который во имя Господа будет готов тебе помочь. Это факт. Просите любого брата, который посвятил свою жизнь проповедованию Слова Божьего, и он вам это подтвердит. Господь всегда позаботится о тебе. Ты только верь в это и люби его всем сердцем. Другое очень интересное писание, которое имеет отношение к нашему сегодняшнему аргументу, находится в книге Евангелия от Матфея, 10 глава, 9 стих. Но прежде чем прочтем этот стих, я бы хотел вернуться к пророку Илии и к тому, что мы про него узнали. Мы там узнали еще то, что пророку Илии помогла женщина, которая не была христианкой, она была женщиной
которая исповедовала языческую веру. Но мы видим, что она, даже не будучи христианкой, помогла Илье, то же самое может произойти и в последние дни, и произойти во время большой скорби. Христианам могут помочь не обязательно только христиане, а нам могут помочь даже люди, которые, как по примеру женщины, язычницы, помогла Илье, тоже точно так же христианам могут помочь люди не христиане, люди, которые не будут иметь очертания антихриста, метку антихриста, потому как я думаю, что в последние времена будут и много нехристиан, которые не будут согласны принять метку антихриста или его очертания, но по разным причинам, то есть не по причинам, что они верующие не получат эту метку, а скажем, по политическим убеждениям или по другой причине. Пример можем подвести такой. Как мы знаем, что в каждой стране есть множество политических партий. Как, например, в Германии не все были фашистами. И те, которые не были фашистами, не выбрали этот путь, потому что они христиане, а выбрали этот путь, потому как им фашизм не был по душе или мешал ихним политическим убеждениям и так далее. Это только был пример, чтобы можно было понять, что во времена большой скорби можно надеяться и на людей неверующих, но у тех, у которых не будет очертания антихриста, они смогут помочь всегда, если нам удастся дожить до тех времен. Итак, прочитаем 9 стих из книги Евангелия от Матфея, 10 глава. «Не берите с собой ни денег, ни золота, ни золота, ни серебра, ни меди». Прочтем и 10 стих. «Не берите с собой в дорогу суммы дорожной, а лишь одежду и сандали, что на вас, и пасоха не берите с собой дорожного. Тот, кто трудится, заслужил пропитание свое». Итак, мы тут видим, что Иисус говорит не брать с собой ни денег, ни золота, ни серебра, ни меди, чтобы на нас осталась только наша одежда. Но многие тогда спросят, а как же нам выжить тогда? И это на этот вопрос мы ответим следующим стихом, который 11 стих и 12 и так далее. Прочтем их. Эти стихи из той же 10 главе книги Евангелия Матфея. Это продолжение 9 и 10 стиха. Так, прочтем 11 стих. Но будьте очень внимательны к этому стиху, потому что это не просто стих, это учение, это ключ к всему, что мы говорили раньше. То есть, тут будет ответ, как нам выжить без денег, потому как, где говорится в 9 стихе, не берите с собой ни денег, ни золота, ни серебра, это будет как бы в наши дни будет звучать: не берите с собой ни рубли, ни доллары, ни евро. То есть вы должны позаботиться о своем существовании без материальных средств. Но как это возможно? Для человека, который не знаком с Иисусом Христом, это звучит, или лучше сказать, это будет нереально для человека неверующего. Потому как люди, мы люди, привыкли надеяться
на себя, на свои силы для того, чтобы приобрести наше благоустройство. И никак не надеемся на Господа. Я говорю про тех, кто еще не знаком с Господом. Они не могут понять, как можно всего лишь через веру и через доверие к Господу можно прожить целую жизнь без постоянной работы, без постоянного места жительства, и жить намного лучше, чем живут те, которые имеют работу, которые имеют дом и которые имеют которые имеют множество разных удобств. Но в конце концов, если они не знакомы с Господом, они не знают правды и не знают настоящего счастья. И таким образом, простой христианин, который живет Евангелием, который не имеет работу, не имеет дом, на самом деле намного счастливее, чем те, у которых все это есть. Но нету одного самого главного. Нету правды, нету любви, нету счастья, нету Господа. И Господь Бог никогда не оставит таких людей, которые надеются и уверуют в Него во всем и всегда. Господь всегда позаботится о том, чтобы они были сыты и одеты. Но это не самое главное. Господь всегда позаботится, чтобы они были здоровы душевно. И это здоровье передавали другим спасение нашего Господа. Итак, прочтем далее. И тут мы найдем ответ нашему прежнему вопросу, как можно выжить без материальных средств. Итак, 11 стих. «Когда войдете в город или селение, то узнайте, кто достоин вашего доверия, и оставайтесь у того до самого ухода». Прочтем 12 и 13 стих еще. «Когда войдете в тот дом, то приветствуйте всех словами «Мир вам!» Если дом этот достоин вашего приветствия, пусть там будет мир, а если дом не достоин этого, то пусть ваше пожелание вернется к вам обратно». Итак, мы тут видим, что Иисус учит своих учеников, как обходиться без материальной помощи. Ну, то есть лучше сказать, учит их, как обходиться без денег, чтобы найти ночлег и найти еду. И на первое место он ставит то, что надо найти достойного человека, который мог бы вас принять в своем доме до вашего ухода. То есть, если вы должны остаться в том городе больше дней для проповедования Слова Божьего, то вы должны остаться в том доме. Но вы должны искать себе достойного человека, который заслуживает ваше доверие. Что это означает? Означает это то, что вы должны найти человека, который любит Господа, который верует в Господа. Не тратьте время на тех, кого Слово Господне не интересует и не интересует его спасение, потому как вы только потеряете зря время. Найдите себе ночлег в доме, у которого хозяин верующий, или, по крайней мере, готов открыть свое сердце перед Господом, готов принять Господа, или готов вас послушать без презрения. Человек, который, если даже не знаком с Господом, готов вас послушать и готов принять Господа. Вот такие люди достойны вашего внимания и вашего уважения. В этих домах вы можете остаться до вашего ухода, как говорит и учит нас Иисус, Господь наш.
12 и 13 стих. Это маленький резюме о том, о чем я вам сейчас говорил. То есть, как найти хозяина дома, который достоин вашего уважения. Тут сказано, что надо приветствовать всех словами «мир вам». Ну, в данном случае можно сказать приветствие, как «да благословит вас Господь», или «вы верите в Господа», или «вы верующий». И по мере его ответа, то есть ответа хозяина дома, вы узнаете, достоин ли он вашего доверия или нет. Вы узнаете это по его ответу. Если достоин, он так, ваш мир останется в его доме. А если он этого не достоин, то пусть ваше пожелание вернется к вам обратно. Вот так надо поступать, когда вы находитесь в чуждом для вас месте без денег. Господь учит делать так. И слово Господне никогда не ошибалось. Верьте и доверьтесь Ему, и все у вас будет хорошо. Итак, но верно и то, что может случиться так, что вас никто не примет. Вы не найдете достойного человека для вашего уважения. Что делать в таких случаях? Вопрос на это мы найдем в следующих двух стихах. Это 14 и 15 стих, который является продолжением вышесказанного. И ответ таков. А если кто не принимает вас или не прислушивается к вашим словам, то уйдите из этого дома или города и отряхните его пыль со своих ног. Истинно говорю, в судный день этому городу будет хуже, чем Содому и Гоморре. Итак, Господь тут ясно говорит, что те, которые не примут вас, не примут тех, которые приносят Слово Божие, тех, которые приносят спасение Божие, потому как вы не путешествуете, как попрошайки, не спрашивали, как попрошайки, а вы предлагали Слово Божие, вы предлагали спасение души. И после этого хозяин дома, самое меньшее, что он смог бы для вас сделать, это угостить вас обедом или ужином и предоставить вам ночлег. Но если вы не нашли таких людей, то хуже для них, как говорит Господь в 15 стихе, где говорит он, что в судный день этому городу будет хуже, чем Содому и Гоморре. И можно сказать, этим людям будет хуже, чем людям из Содома и Гоморры. Важно знать это и понять, потому как многие из нас, если вам удастся встретить истинного, еще раз повторю, истинного человека Божьего, истинного миссионера, тот, который посвятил свою жизнь проповедованию Слова Божьему, помогите ему всегда, помогите, чем можете, деньгами, одеждой, едою. Ибо Господь вас за это наградит обязательно, благословит вас и вашу семью. Но важно знать разницу между попрошайкой и между миссионером, между человеком Божьим. Но я думаю, это не проблема для человека, который знаком с Писаниями. А если вы являетесь миссионером или хотите им стать, хотите отдать все свое время Господу, так знайте, что везде и всегда, где бы вы ни находились, надейтесь всегда на Господа и всегда, прежде чем позаботиться о ваших нуждах, давайте спасение тем, кто впоследствии смогут вам помочь материально. То есть всегда
идите во имя Иисуса Христа. Он должен быть первый, потому что он является мечом. Он есть меч, который отделяет плохое от хорошего. Он есть меч, он есть Слово Божие. Только через него вы сможете добраться до сердца любого человека и открыть его. И таким образом, это и есть чудо, этим образом вы сможете прожить всю свою жизнь, которую вы решили посвятить Господу, без работы, без официальной работы, потому как, когда говорю без работы, это не значит, что один ничего не делает. Когда говорю без работы, это без официальной работы, потому как миссионер работает намного больше, чем обычный работник, ибо он каждый день на ногах, каждый Божий день недели, 7 дней недели, 365 дней в году. Это очень тяжелая работа, потому как уверен, другие думают, что это является легкой работой и не пыльной. Заверяю вас, это не так. Итак, ключ во всем – это довериться всегда и везде Господу, и чтобы Он был всегда на первом месте. Вот так. И еще одно важное. Важно понять, что если мы берем у людей материальные вещи, но не даем им душевное, то есть не даем им свободу, не даем им Слово Божие, не даем им спасения, то это будет как бы мы воры, мы крадем у них. Всегда сначала давать Господа, давать Слово Его, давать Его спасение, а уж потом брать пожертвования, если они будут. Но если они не будут, не надо отчаиваться. Любите этого человека так же, как любили бы его, если бы он вам помог материально, потому как Господь видит ваше сердце. Если не помог вам этот человек, обязательно поможет следующий, если ваше сердце останется чистой перед Господом. Вы позаботьтесь о своем долге, ибо ваш долг – проповедовать Слово Божие и давать спасение людям через Иисуса Христа. А уж о своей должности, чтобы позаботиться о вас, позаботится Господь наш. Вы только не теряйте веру в это. Итак, прочтем дальше. 16 стих. Помните, что посылаю вас, словно овец среди волков, так будет, так будьте мудры, как змеи, и простодушны, как голуби. Остерегайтесь людей внимательно. И тут Иисус говорит, не остерегайтесь дьявола, а остерегайтесь людей, потому как дьявол под нашими ногами, а вот люди нам не подвластны. Надо их остерегаться, ибо они, почему надо их остерегаться? Ибо они передадут вас в руки местных синедрионов, и вас будут сечь в синагогах, можно сказать, передадут в руки местных церквей, местных, не знаю, вас поведут на суд и на суд правителям и царям, ибо вы мои ученики, чтобы вы могли свидетельствовать обо мне перед ними и среди язычников. Когда же возьмут вас под стражу, не беспокойтесь о том, что и как сказать, ибо в тот час вам будет открыто, что говорить. Итак, тут сказано, чтобы мы были готовы ко всякому, ко всяким развитиям нашей жизни. И лучше сказать, мы должны быть готовы ко всему и остерегаться людей. Мы должны научиться отличать хороших от плохих. Но это можно сделать только через Святого Духа. Как тут говорится, что не надо беспокоиться о том, о чем мы будем говорить, ибо в тот час вам будет открыто, что говорить. И кто откроет?
кем нам откроется, это мы узнаем в следующем стихе. Итак, кто же будет говорить? Прочтем 20 стих. Помните, что это не вы будете говорить, а Дух Отца вашего будет говорить через вас. То есть Святой Дух будет через нас говорить. Итак, мы, то есть те, которые имеют Святой Дух, те, которые имеют крещение Святым Духом, всегда будут готовы к любым событиям. Дух Святой их всегда подготовит и подскажет им правильный путь или правильное решение. Прочтем дальше и поймем, что будет во времена большой скорби. Итак, 21 стих. «Братья будут отдавать братьев на смерть, а родители своих собственных детей. Дети обратятся против собственных родителей и будут отдавать их на смерть. Люди будут ненавидеть вас за имя мое, но тот, кто вытерпит до конца, будет спасен». Итак, мы видим тут, какие ужасные вещи будут происходить во время конца, во время большой скорби. Но это ясно, это будут те люди, которые будут под меткой Антихриста, те люди, которые не хотели принять спасение от Иисуса Христа во время ихней жизни. Потому как эти поступки могут совершать только люди без сердца, только люди, которые не имеют спасения, только люди, которые не знают, кто такой Иисус Христос и Господь наш Отец Его. Потому как без этого мы не способны на настоящую любовь. Без Иисуса Христа и без Отца Небесного мы не способны на настоящую любовь. Мы не способны любить ближнего нашего. Мы не способны любить брата нашего. Итак, Господь говорит, кто вытерпит до конца, будет спасен. Но осторожно, не заблуждайтесь, потому как есть многие, которые говорят, что это... Тут говорится, что спасение это через наши... Зависит от наших... То есть не зависит, а спасение это через наши поступки. Ибо тут говорится, кто вытерпит до конца, будет спасен. Но это не так. Потому как мы знаем, что Библия говорит, что спасение это не зависит от наших поступков. Спасение это через благодать Божия. Кто верит в Сына Божьего, тот спасен. И мы это знаем. Но тогда как объяснить то, что тут говорится, кто вытерпит до конца, будет спасен? Ну, это очевидно, что тот, кто спасен, кто имеет истинное спасение, тот и вытерпит до конца. А кто спасен только в его мыслях или в его доводах, тот не будет способен вытерпеть. И его спасение неправдиво. Его спасение только для его спокойствия. На самом деле он не является спасенным. И таких в наше время очень-очень много, к сожалению. Важно знать, что если вы обрели истинное спасение, вы не способны его потерять, ибо спасение не зависит от нас, оно зависит от благодати Божьей, и мы не способны спастись, как говорится в Библии, только Господу это дано, чтобы нас спасти. Сами мы этого достичь не можем. Но наши поступки важны. Важны для чего? Наши поступки важны для того, чтобы окружающие нас смогли увидеть наше спасение. Наши поступки определяют наше спасение. Истинна ли она или нет? Мы сами себя можем ввести в заблуждение и других, но наши поступки всегда покажут истинного человека, которым мы являемся. И если наши поступки говорят о том, что мы спасены, то мы спасены. А если
если кто-нибудь говорит, что он спасен, но его поступки далеки от спасения, так значит, он заблуждается и должен покаяться, пока не поздно, и найти настоящее спасение, которое является только в Иисусе Христе, Господе нашем. Прочтем дальше, чтобы понять, как нам поступить в те времена, времена большой скорби. Итак, 23 стих. Если станут преследовать вас в одном городе, бегите в другой город. Истинно говорю вам, не успеете обойти все города израильские, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше своего учителя, а слуга не выше своего господина. Ученик должен быть доволен, если уподобится своему учителю, а слуга должен быть доволен, если уподобится своему господину. Если главу дома назвали Вельзевулом, то еще худшие имена дадут членам его семьи. Итак, тут в 23 стихе сказано, что если будут вас преследовать в одном городе, то бегите в другом городе. Вот почему я раньше говорил про то, что лучше иметь дом на колесах, потому как если случится что-то ужасное, вы сможете переселиться в другое место за очень короткое время, потому как если иметь дом, настоящий дом на земле, то пока вы его продадите, у вас это может отнять очень много времени, много драгоценного времени. И вот почему очень удобно иметь дом на колесах, потому как в любое время вы можете убежать, спрятаться в другом месте, где более спокойно, в месте, где вам покажет Господь. Потому как мы сейчас живем в очень непростое время. Хватит взглянуть на христиан в Ираке, как их убивает как скотов. И у них не было даже времени взять свои вещи. Они убежали все. Можно сказать, что это параллель Библии, как говорится, что не будет времени даже вернуться, взять свою одежду. Так то же самое случилось с христианами в Ираке и с другими христианами в других местах. И то же самое может случиться с нами в Европе. Потому, я говорю, надо подготовиться к этим событиям, надо подойти к ним очень серьезно, ибо они не за горами, они уже рядом. Хватит посмотреть, что творит исламское государство, и это совсем рядом. Хватит посмотреть, что творится в Украине. И это совсем рядом, в Украине, и это совсем рядом. Не будьте слепыми, подумайте, прочитайте Библию, прочитайте книгу Откровения, и вы узнаете, что последние времена большой, они не за горами. Это может произойти в любое время. Надо подготовиться всем. Говорите об этом людям, говорите об этом вашим знакомым, вашим друзьям, потому что каждый прошедший день – это очень ценное потерянное время. И ни в коем случае не думайте, что это вас не коснется, потому что это не так. Если вы окажетесь в то время не в то место, то вам тоже достанется. Нужно молиться Господу и просить у Него, чтобы Он показал вам ваше место на период большой скорби. Где Господь хочет вас увидеть в тот период? Где будет нуждаться в вас Он больше всего в тот период? И как сказал я вам, места могут быть разные для каждого верующего. Итак, важно понять, что нас будут преследовать, как преследовали Иисуса. Ибо Он говорит, что если назвали Вельзевулом, то есть дьяволом его, то еще худшие имена дадут членам его семьи, то есть его учеников, то есть его последователей, то есть нынешние верующим. Так что мы должны подготовиться к этим временам.
И только так мы будем способны пройти через большую скорбь и дойти до пришествия Иисуса Христа, чего я вам искренне всем желаю. Сейчас поговорим о том, что надо сделать, чтобы Господь в те времена позаботился о нас. Ну, во-первых, надо спросить себя, искренне спросить себя, если нашли ли вы или поняли ли вы цель вашей жизни, в чем она заключается, для чего вы живете, для чего вы появились на этом свете. Если важно понять, что есть многие люди, которые думают, что они живут для того, чтобы построить себе дом, для своей работы, они живут для своего удовольствия, или лучше сказать, свое удовольствие. Они эгоистичны, не думают о других. Но важно понять, что после смерти этих людей от них ничего не остается. Даже самые могущественные люди прошлого, например, возьмем фараонов, египтянских фараонов, они построили себе могущественные гробницы. Но гробницы на сегодняшний день остались, а от фараонов не осталось ничего, только кости, ну и те со временем испарятся. Так что важно понять, что в этом мире нам ничего не принадлежит. Нам не принадлежит наша работа, нам не принадлежит наш дом, нам не принадлежит наша машина. Даже в конце концов, после нашей смерти, нам не принадлежит наш гроб. Он принадлежит червям, потому как они его съедят. Но это пасмурный пример. Важно то, что надо извлечь из этого урок, понять, что мы в этом мире являемся транзитом, и жить в этом мире должны мы, как жил Иисус Христос. Он не имел ничего, он просто жил, он жил в радость другим, он давал другим любовь, он давал другим спасение, он давал другим надежду. Это является целью нашей жизни. Он любил Господа, он и любил Отца своего. Это является нашей целью в нынешней жизни, в жизни на земле. Важно понять, что если мы живем для нашего дома, для нашей работы, для нашей машины, для нашего благообеспечения, так мы становимся рабами этих вещей, потому как мы думаем только как бы нам удержать эти вещи, как бы нам иметь эти вещи. И иногда мы готовы заплатить любую цену для получения того или другого, или для той или другой вещи. Мы становимся рабами, а свобода, единственная свобода, это только в Иисусе Христе. Только он способен нас сделать свободными от этого мира. Когда мы поймем цель нашей жизни, тогда мы обретем свободу. А цель нашей жизни – это любить Господа своего и любить ближнего своего. Это и есть свобода. Мы не должны любить вещи. Мы не должны любить наш дом и нашу машину. Мы должны научиться любить ближнего своего, даровать ему спасение через Иисуса Христа, даровать ему нашу любовь, а все остальное – это только пыль, которая, если сейчас не является пылью, так в скором времени пылью станет. Итак, позаботитесь лучше о вашей душе и о душах окружающих вас. И не заботьтесь о физических вещах. Это все второстепенно. Главная цель – спасение души, ибо тело свое вы спасти не сможете, ни
как не стройте ограждения между вами и Господом. Не делайте идола из своей работы, из своего дома и из своей машины. Это должны быть только вещи, которые необходимы для вашей жизни, для вашей транзитной жизни на земле. Помните это. Это очень важно понять. Потому как человек, который еще не понял, что вся правда, что жизнь, настоящая жизнь является в Иисусе Христе, то этот человек, его можно сравнить с теми больными, которые являются больными на голову. Те, которые не видят и не ощущают, что творится вокруг. Итак, не будьте такими, будьте разумными, откройте ваши глаза и найдите вашу цель в жизни. Ищите Господа, и вы его обязательно найдете. Итак, продолжим нашу беседу. И следующая наша тема будут чудеса. Многие спрашивают, а те чудеса, о которых говорится в Библии, на сегодняшний день кто-нибудь делает такие чудеса, например, ходить по воде или умножить еду, или делать чудесные исцеления. Ну, о чудесных исцелениях мы говорили в прошлой передаче. И ответ будет да, конечно, на сегодняшний день есть те, которые делают чудеса. И как мы говорили, чудеса это подвластно каждому верующему, который имеет крещение в Святом Духе. Потому как мы говорили раньше, в прошлых передачах, то это не человек делает эти чудеса, потому как человеку это не подвластно, а чудеса эти делает Святой Дух, который живет в нас. Святой Дух, который вошел в нас при нашем крещении. Но есть множество верующих, которые крещены Святым Духом, но все-таки не могут делать чудеса. Почему? Ну, потому что они не имеют достаточно веры, они не верят до конца в то, что они, в то, в чем способен Святой Дух, который в нем. И как мы знаем, что хватит немного хотя бы малейшая неуверенность, и чудеса вам не будут у вас получаться. Надо верить и искать в себе эти дары Святого Духа. Дар излечения, дар изгнания бесов, дар речи в других языках и так далее. Дар пророчества, дар учения и другие дары. Каждый верующий должен просто верить в это и должен их в себе искать и тренироваться на это в каждый день. И не отчаиваться при каждой неудаче, потому как многие, большинство при первой, второй же попытке, когда им не удалось кого-то исцелить или изгнать какого-то беса, сразу впадают в панику или впадают в какую-то неуверенность. И таким образом они блокируют эти дары. И эти дары не могут в них показаться. Но у тех, у кого вера посильнее и у которых нет сомнений, те рано или поздно обязательно смогут воспользоваться дарами Святого Духа. И в последние времена все больше и больше верующих смогут найти в себе и воспользоваться дарами Святого Духа. Это нам говорит Библия. И еще есть много верующих, которые нашли дары Святого Духа после 10, 20, 30 лет своей миссионерской работы, то есть после 10, 20, 30 лет проповедования Слова Божьего. Так, ни в коем случае не отчаивайтесь после
первого, или лучше сказать, после первой неудачи. Верьте и продолжайте в том же духе. У вас обязательно получится, и вы найдете дары Святого Духа. Если, конечно, вы крещены Святым Духом, если Он у вас есть. Но это каждый знает в своем сердце. В том, что каждый может делать чудеса, мы это знаем из множества библейских писаний. Например, возьмем стих из книги Евангелия от Иоанна, 14 глава, 12 стих, где говорится, что каждый верующий в имя Иисуса сможет делать те же чудеса, которые делал Он, и даже чудеса побольше этого. Другое писание, это тут же в книге Евангелия от Иоанна, 11 глава, 26 стих, где говорится, что кто верит в Меня, то есть кто верит в Иисуса, верой Его будут сопровождать чудеса. Чудеса эти Иисус обозначил как разговор на языках, как пророчество, учение, как чудесное исцеление и другие чудеса. Надо только в это верить искренне, всем сердцем. И обязательно у нас все получится. И еще важно понять, что иногда Бог испытывает нас на то, готовы ли мы для того, чтобы принять дары Святого Духа. Пример этому можно найти в книге Второзакония, 8 глава. Начнем чтение со 2 стиха. «Но на всем пути своем помните, что Господь Бог ваш 40 лет вел вас за собой в пустыне. Господь испытал вас, желая смирить, чтобы узнать, что у вас на сердце, и увидеть, будете ли вы следовать Его заповедям». Итак, мы тут видим, что Господь испытывал народ Израиля тогда, а сегодня испытывает нас. Испытывает на что? Испытывает, чтобы узнать, что у нас на сердце, и увидеть, будем ли мы следовать Его заповедям. Господь смирил вас и томил голодом, а потом накормил вас манной, о которой вы ничего не знали и которую никогда не видели ваши предки. Господь сделал это, чтобы вы знали, что не одним хлебом живет человек, и что человеческая жизнь зависит от слова Господа. За эти 40 лет ваша одежда не износилась, и ноги у вас не опухали. Итак, мы тут видим, что Господь испытывает нас на нашу веру, испытывает нас на чистоту нашего сердца. И испытывает нас на то, если способны мы держать Его заповеди. И от этого и зависит, найдем ли мы или не найдем в себе дары Святого Духа. Послушны мы перед Господом или менее послушны? Способны ли мы смириться с любой ситуацией, в которой мы оказались? Способны ли мы смириться 40 лет есть манну и верить, что это воля Господа? Так вот, если вы способны на это, так значит, вы обязательно найдете дары Святого Духа. Итак, прочтем дальше, 4 стих. «За эти 40 лет ваша одежда не износилась, и ноги у вас не опухали». То есть, что это говорит нам? Это говорит нам, что как Господь позаботился о народе Израиля в течение 40 лет. Мы видим, что их одежда не износилась, и ноги у них не опухли. Точно так же Господь позаботится о нынешнем своем народе, то есть о христианах в течение большой скорби. Это очень, очень красивый и яркий пример того, как Господь заботится
заботится о своем народе в нелегкие времена. Но некоторые скажут, ну как он заботился о этом народе, если Библия говорит, что многих он уничтожил, что многих он, скажем так, многих евреев он уничтожил в течение тех 40 лет в пустыне. Но, чтобы понять это, мы прочтем 5 стих, где говорится: «Помните, что все это сделал для вас Господь, Бог ваш, как Отец, наставляющий сына и исправляющий его ошибки». То есть мы понимаем, что все то, что было сделано Богом народу Израилю, это было для того, чтобы этот народ был исправлен перед Господом. Господь исправил ошибки этого народа. И важно понять, что то же самое Господь сделает в период большой скорби. В период большой скорби, через которое пройдет церковь, так там и отделятся настоящие христиане от наименных христиан, то есть тех, кто христианами являются только по имени, но не по своим поступкам. Но как Господь защитил 40 лет в пустыне правильных из своего народа, тех, у которых была всегда одежда, их одежда не износилась и ноги не опухали, также Господь позаботится о своей настоящей церкви, о Филадельфийской церкви в период большой скорби. О том, что Господь позаботится о своей настоящей церкви в период большой скорби, можно понять, прочитав Писание из книги Откровения, 3 глава, 10 стих. Итак, прочтем этот стих. «Ибо вы исполнили мой наказ о терпении. Я уже в свою очередь буду охранять вас во время испытаний, которые надвигаются на весь мир, чтобы испытать жителей земли». Итак, тут Господь говорит, что Он будет охранять свою церковь, потому как церковь исполнила наказ о терпении. Таким образом, Господь позаботится о своей церкви в период времени испытаний. И потом, если Господь целых 40 лет терпел свой народ, по большому счету, большая часть из этого народа были всегда недовольны чем-то или кем-то. Но Господь позаботился о них, о их еде и о их одежде, и еще о их физическом здоровье. Как говорится, у них ноги не опухали после 40 лет. То тем более Господь позаботится о своей настоящей церкви, о Филадельфийской церкви во времена большой скорби. Конечно, Он позаботится о тех, кто всегда и везде доверяются Ему, доверяются Его учениям, которые оставили свою семью, оставили своих близких, оставили друзей и решили отдать свою жизнь на служение Господу, все свое время на проповедование Слова Божьего и Божьих учений. Ну, что, хочу сказать, что не обязательно быть миссионером для того, чтобы быть частью Филадельфийской церкви, потому как Господь видит ваше сердце. Филадельфийская церковь – это те христиане, которые служат Господу всем сердцем. То есть вы можете и не быть миссионером, но вы никогда не поставите ничего перед Господом. То есть
Господь будет всегда у вас на первом месте. Господь будет перед вашей семьей, Господь будет перед вашей работой, Господь будет перед вашими близкими, перед вашими друзьями на первом месте. Господь, и потом все остальное, потому как все это вы имеете от Него. Не забывайте этого. Вот эти христиане и есть Филадельфийская церковь. Те, которые способны служить Господу всем сердцем. Ну и ясно, надо еще и проповедовать Слово Божие. Но это не обязательно. Не обязательно быть миссионером, делать эту работу в каждый день. Потому как каждый верующий может найти в каждый день 10-20, полчаса, 10-20 минут или полчаса для проповедования Слова Божьего. Потому как Слово Божие можно проповедовать везде. На работе, по пути к работе, когда вы делаете покупки, когда ходите в школу или ходите в институт. И во многих разных местах. Человек верующий, который хочет проповедовать Слово Божие, всегда найдет место для этого и время. Вот это и есть верующие, которые являются частью Филадельфийской церкви. Этих верующих Господь Бог о них позаботится во времена большой скорби. О тех, кто способен любить своего ближнего, а тех, кто способен любить своего брата, они и есть настоящая церковь. И еще ни в коем случае не думайте, что если у вас еще до сих пор не получилось делать никаких чудес, то вы ни в коем случае не являетесь частью Филадельфийской церкви, потому как это не так. Как я вам говорил, это зависит от вашего сердца, от чистоты вашего сердца. Потому как чудеса иногда случаются только если в этом есть необходимость. Мы говорим про большие чудеса, как воскрешать мертвых или как умножить еду и так далее. Но есть чудеса, которые нужно делать, нужно стараться их делать, нужно к этому стремиться. Это эти чудеса, которые чудеса, как чудесное исцеление, чудеса, как изгнание бесов и чудеса, как пророчество. В этих чудесах мы нуждаемся сейчас, потому как яркий пример приведу я. Потому как в Ираке христианские церкви были уничтожены, были разрушены. И вопрос будет следующий. Почему это случилось? А случилось это потому, как в этих церквях, я думаю, не было пророков, не было божеских пророков. Людей, которые способны передавать другим Слово Божие. Но я сейчас не говорю о Библии. И говоря Слово Божие, я имею в виду о пророчествах. То есть то, что должно случиться в будущем. И потому как у них не было пророков, они не знали, что с ними случится. А что с ними случилось, мы очень хорошо все знаем. Но я думаю, что если бы у них был пророк, может быть, даже и были пророки, но люди их не слушали. Это тоже очень часто случается, что люди не доверяют другим людям, когда они их предупреждают о опасности. И очень даже может быть, что и в Ираке были пророки, но их никто не слушал. И настало время, когда на них напал ИГИЛ, то есть исламское государство, и застал их врасплох. Множество христиан были убиты и уничтожены.
множество женщин были изнасилованы и забрали их в рабство. Но почему это случилось? Это случилось потому, как люди не услышали Господа, не услышали Его пророков, и что даже видя, что тучи сгущаются над ними, они все равно там оставались. Когда и даже без пророков в Библии сказано, когда вас преследуют в одном городе, вы бегите в другом, но эти люди, эти верующие не прислушивались к этим учениям. И за это многие из них поплатились жизнью. Потому очень важно понять волю Божью к каждому из нас. Важно прислушаться и понять, где наше место в эти последние пасмурные времена. Но важно понять еще то, что как те иракские христиане проиграли войну ИГИЛу, исламскому государству, почему они проиграли войну? Потому как на протяжении уже много времени они не проповедуют Слово Божие, и они не смогли обратить тех мусульман к христианству. Но то же самое происходит и в Европе, но только по-другому. В Европе мы, христиане, тоже проиграли войну дьяволу. Почему? Потому как они проиграли войну ИГИЛу в Ираке, а мы проиграли войну дьяволу, потому как дьявол победил у нас везде и повсюду. Победил у нас в школах. Например, во многих странах Европы преподают детям, даже самым маленьким, преподают гомосексуализм и другие сексуальные извращения. Они преподают это прямо в школах. Это что означает? Это означает, что мы проиграли эту войну в школах. Но если вглядеться, так эту войну мы проиграли повсюду, потому как сегодня дошло до того, что гомосексуалов даже женится в церквях. И еще проиграли мы эту войну, потому как большинство людей в сегодняшнем дне озабочены только о материальных вещей и не о душевных. Каждый любит самого себя, и все эгоистично относятся, почти все эгоистично относятся к другим. А все это случилось по одному простому, или лучше сказать, случилось по одной простой ошибке. Эта ошибка заключается в том, что нынешние христиане, большинство нынешних христиан не проповедуют Слово Божие. Они счели, что быть христианином хватит того, что они, большинство христиан, идут в церковь в воскресенье утром и в среду или в четверг вечером. Но это не так. Это дьявол по чуть-чуть ввел эту модель богопоклонения. То есть, что христиане поклоняются Богу только в воскресенье и только в церквях. Но такое мы не увидим в Библии, потому как Бог не живет в церквях или не живет в церквях, которые построены человеческими руками. Мы являемся храмом Господа. Наше тело является храмом Господа. Святой Дух живет в нас. И только потому, что христиане разучились проповедовать Слово Божие повсюду в мире, дьявол одерживает свои победы. Хочу сказать, что я не имею ничего против
против гомосексуалов, потому как гомосексуалы могут поменять свою жизнь, могут найти Господа и изменить свою жизнь. Я имею против не гомосексуалов, я против гомосексуализма. Я не против вора, я против воровства, я не против убийц, я против убийства, потому как мы все грешны перед Господом. Важно понять, что я или вы ничем не лучше других, ничем не лучше того же самого гомосексуала, или того же самого вора, или того же самого убийцы. У всех у нас есть свои грехи и свои недостаточности. Важно понять другое, что если вы нашли Иисуса Христа, что если вы имеете Господа нашего в сердце, то Он вас изменит, обязательно изменит. Если вы нашли настоящего Господа, настоящего Иисуса, то все ваши болезни останутся позади, и вы станете новым человеком. Потому я говорю, что все могут обратиться, даже гомосексуал, и даже убийца, и даже тот же вор, и любой человек при помощи веры, при помощи Иисуса Христа может стать святым, как говорит Библия. Потому как святые это не то, что мы привыкли понимать под это слово святой. Святой это тот же самый верующий, как Петр, который отрекся от Иисуса 3 раза. Святой это тот же Павел, который убивал христиан и множество других. Святой это не то, что мы привыкли принимать под этим словом. Святые, Библия говорит, что святой является каждый, который поверил в Иисуса и следует Его учениям. Так говорит нам Библия. Мы должны понять, что Господь наделил нас силою для того, чтобы мы смогли победить дьявола. Но если большинство из нас крепко спит на церковных стульях, дьявол всегда, то есть до тех пор, пока Господь ему это позволит, дьявол будет побеждать, пока мы, христиане, не вспомним, что такое, что означает назваться, что означает называть себя христианином, что означает называть себя верующим в Иисуса Христа и кто такой истинный верующий. Только проповедуя Слово Божие в школах, в институтах, в садиках, проповедуя Слово Божие везде, мы способны остановить дьявола, мы способны остановить все его извращения, которые потихоньку в нашем мире начинают принимать нормальную форму. Потому как я уверен, что через несколько лет в некоторых странах уже забудут, что брак заключается между женщиной и между мужчиной. Потому как сейчас, в наши дни, в этих странах уже учат с малых лет, что это неправильно. И дети больше не понимают, где находится реальность, где находится правда и где находится зло, где находится ложь. Ну, я молю Господа, чтобы мы не дошли до этих дней. Я молю Господа, чтобы день его пришел поскорее. Чтобы весь этот разврат на земле закончился. Чтобы дьявол наконец-то понес свое наказание. Так, очень важно. Проповедуйте Слово Божие. Проповедуйте Библию везде, везде и всегда. Итак, вернемся к чудесам. Еще одно хочу сказать вам. Даже,
даже ученики Иисуса, даже 12 апостолов сначала не имели веру в чудеса. Это можно понять, прочитав стих из Евангелия от Луки, 8 глава, 23 по 25 стих. Итак, прочтем эти стихи. Но пока они плыли, он уснул, а на озере разыгралась сильная буря. Их лодку стало заливать водой, и они были в опасности. Тогда ученики подошли к нему, к Иисусу, и разбудили его со словами: «Господи, Господи, мы тонем». Проснувшись, он приказал ветру и волнам, ветер утих, и озеро успокоилось. И сказал он им: «Где ваша вера?» Они в страхе и удивлении говорили друг другу: кто же он, что повелевает водам и ветру, и они повинуются ему». То есть мы тут видим, что Господь спросил учеников: где ваша вера? То есть тут можно понять, что даже ученики сначала не имели эту веру, которая нужна для того, чтобы делать чудеса. Но тем не менее они были с Иисусом. Так из этого надо понять, что, как я раньше говорил, что если вы до сих пор не сумели делать чудеса, то не надо отчаиваться, потому как это не означает, что Господь не с вами. Потому как видно, что Господь не оставил своих учеников из-за того, что они не смогли остановить бурю. Только спросил у них: где ваша вера? То же самое спросите и вы сами себя: где ваша вера? И если вы найдете эту веру, так вам подадутся дары Святого Духа. В этом и есть секрет. Секрет – это в вашей вере. Итак, любите Господа своего и любите ближнего своего. В этом скрывается вся правда и вся сила веры. Но когда говорю «любите ближнего своего», как это можно понять? Или как это надо понять? А понять это надо так, что прежде всего любить близкого своего значит проповедовать ему Слово Божие, потому как это самое важное для человека. Дайте ему спасение Христа, и потом уже позаботьтесь о других его нуждах. Потому как будет напрасно, если вы поможете ближнему своему материально, то есть поможете ему деньгами или едою, но не дадите ему спасение Иисуса Христа. Это будет все напрасно. Итак, позаботьтесь сначала о спасении ближнего своего, о спасении его души, и потом уже позаботьтесь о его физических нуждах. И еще хотел вам искренне посоветовать: держитесь подальше от религии, потому как это только кажется, что религия и Господь – это одно и то же. На самом деле религия – это только копия, которую создал дьявол для того, чтобы покрыть реальность, то есть для того, чтобы покрыть Иисуса Христа. Важно понять, отличать настоящие церкви и религиозные церкви. Религиозные церкви – это те, для которых традиции, для которых человеческие учения стали превыше Слова Божьего, стали превыше Библии. Это те религии, которые идут вопреки Слову Божьему. Держитесь подальше от таких, потому как нету правды в них. Единственный, кто может сказать, что это моя церковь, это Иисус Христос. Больше никто не может сказать, что это моя церковь, потому как в Библии
не было католической церкви, не было православной церкви, не было протестантической церкви, не было свидетелей Иеговы и всяких других наименований. Церковь – это только одна, и это церковь, церковь Иисуса Христа. Важно понять это и не впасть в заблуждение, в религиозные заблуждения. И еще сегодня религия – это сила в руках дьявола, которую он, или лучше сказать, при помощи которой он вселяет ненависть в верующих из разных вероисповеданий. То есть католики ненавидят протестантов, протестанты ненавидят православных, православные ненавидят протестантов и так далее. Но где видано в Библии, что брат верующий должен ненавидеть своего верующего брата? Где видно в Библии, что верующий в Бога, истинный верующий в Бога, может ненавидеть своего собрата, который тоже верует в Господа? Такого в Библии нету. Это только человеческие учения, и держитесь от них подальше. Если ваша церковь учит вас тому, что Библия не учит, или лучше сказать, если ваша церковь учит тому, что Библия противоречит, так лучше всего уйдите из этой церкви. Поищите церковь, где преподают Слово Божие, такое, какое оно есть. Нравится ли это всем или нет, но Слово Божие одно, и оно не менялось, и меняться не будет, и никому не дано это право менять его. Это закон Божий, по которым должен жить каждый истинный верующий христианин. И еще раз вернусь к проповедованию Слова Божьего, потому как это очень главное. И если вы искренне любите ближнего своего, то вы обязательно начнете с проповедования Слова Божьего и обязательно дадите ему спасение через Иисуса Христа. Потому как невозможно любить, если вы настоящий верующий, и если вы поняли суть веры, и если вы спасены, и вы знаете, что после смерти вы будете жить, так как вы можете сказать, что вы любите своего ближнего, если вы ему не говорили про Иисуса Христа и про его спасение? Так значит, тот человек, который не интересуется спасением других, так он и не любит своего ближнего. Потому как говорил я, неважно, если вы дадите ему денег и дадите ему еды и одежды, но его душа все равно будет обречена. Позаботьтесь сначала о душе вашего ближнего и потом о остальном. Только так можно выразить настоящую любовь к своему брату, к своему ближнему. Проповедование – это ключ ко всему. Это ключ к счастливой жизни. Это ключ к удачной жизни. Это ключ к правде. Это ключ к здоровью. И самое главное – это ключ к вечной жизни. Итак, говорю я вам, не стыдитесь Господа. Проповедуйте Слово Его везде и всегда. Не теряйте ни одного случая, который вам предоставляется для того, чтобы вы смогли проповедовать Слово Божие. Потому как завтра может быть поздно, или завтра для некоторых может не наступить. Живите сегодняшним днем, и все, что можете делать сегодня, делайте сегодня, не оставляйте на завтра. Итак, наша сегодняшняя передача
подходит к концу, или вот сказать, подошла уже к концу. И напоследок я хотел бы вам сказать следующее. Любите Господа своего всем своим сердцем. Любите ближнего своего. Доверяйте Господу всегда и во всем. И не теряйте времени, не теряйте вашего драгоценного времени напрасно, а используйте это время во благо Господа, во благо ближнего своего и во благо себя самого. Итак, я вас оставляю и желаю вам здоровья, желаю вам удачи и чтоб Господь был всегда рядом с вами, или лучше сказать, чтобы вы были всегда рядом с Господом. До новых встреч. До свидания. Здравствуйте.